Создание фонда – это абсолютно искренние пожелания были, да, сделать наш зоопарк действительно познавательным объектом, куда мы можем водить своих детей и отвлекаться от гаджетов, отвлекаться там, от разных игровых автоматов там, и все, что вот связано с нашей технологической суетой, и окунуться в немножко другой мир, мир природы, да, и наблюдать за животными. Я по своим детям вижу, что они меняются, побыв там, не знаю, буквально 15-20 минут. И вот это вот я считаю очень важно. То, что нужно создавать эти условия, создавать совершенно другие условия для животных, потому что когда ребенок приходит и, конечно, удивляется, почему в таких условиях находятся животные, но тут, наверное, совершенно другие эмоции возникают. Поэтому я для себя определил это как некая миссия изменить зоопарк, и мои друзья и коллеги меня в этом очень поддерживают. Понятно, что есть много трудностей, есть много сложностей, и вы видите, в последнее время информационное давление определенно идет. Но мне кажется, вот именно открытость, именно то, что мы действительно искренне хотим менять зоопарк и делаем это, не пиаря ничего, да, а просто делая, изменяя, реконструируя вольеры, да, там, то, что мы наняли одного из ведущих архитекторов в мире, и он вместе с нами делает мастер-план. То, что мы видим желание в том числе и местных исполнительных органов, акимата непосредственно, да, о том, чтобы действительно изменить эту ситуацию. И мы работаем именно вот на принципах государственно-частного партнерства. Сегодняшняя пресс-конференция с участием представителей акимата, представителей фонда, директора зоопарка тому, так сказать, свидетельство. Мы сделаем такую систему фонда, при котором те средства, которые там будут саккумулированы, они и дальше будут работать на зоопарк. И это будет десятилетие. Есть такая международная практика, и неважно, есть Раимбек Баталов или нет Раимбека Баталова, этот фонд будет работать на определенные конкретные вещи по развитию зоопарка. Они будут прописаны, средства на это будут выделены, и будет создана система, при которой она сама себя будет, так сказать, финансировать. И еще раз подчеркиваю, ну, по четким целям и задачам, которые у нас уже, так сказать, понятны и проговорены. Я думаю, что это все нам позволит действительно сделать зоопарк очень интересным для, в первую очередь, для алматинцев, для гостей нашей столицы и для нас самих в первую очередь.